У нас сейчас будет проповедь для нашей, наверное, большей части церкви. Это для детей. И вы помните, я всегда приглашаю деток сюда. И сегодня их уже почти всех, не почти, половину, наверное, пригласили. Ребят, которые еще в зале, приходите сюда, садитесь сюда, чтобы я ваши глаза видел, чтобы я видел, вы понимаете или нет. Поэтому, ребят, все детки, которые есть в зале еще, выходите сюда. Я стану, с вашего позволения, здесь сбоку, потому что некрасиво будет стоять к вам спиной и проповедовать деткам. Поэтому, я думаю, вы меня... Вот, самая смелая девочка. Ребят, проходим быстренько. Молодец. Вы можете тоже выходить, нормально выходите. Можете сидеть, можете выходить, это ваше дело, но лучше выйти. Хорошо, ребят, буквально такое небольшое вступление. Да, проходим, пока я говорю, можете смело идти, я не расстраиваюсь. Я не так часто проповедую, поэтому я стараюсь, чтобы уже Бог какую-то мне мысль положил, о чем я хочу проповедовать, еще хотя бы за неделю до того, как я буду проповедовать, чтобы я уже приблизительно знал, о чем я буду говорить. В это воскресенье, в силу некоторых обстоятельств, уже был четверг, и я не знаю, о чем буду проповедовать. Уже пятница, я уже переживаю сильно. Я молюсь и говорю: Боже, пожалуйста, вот если ты мне сейчас не скажешь, о чем ты хочешь, чтобы я говорил деткам, я просто позвоню Виктору Александровичу, говорю: Виктор Александрович, не хочу от тебя ничего говорить, а Бог ничего не говорит. И буквально в течение, буквально 10 минут, и у меня как-то так вот Бог открыл, полностью положил на мысль, о чем бы я хотел вам говорить, поэтому я верю в то, что вам Бог хочет сказать что-то сейчас сегодня особенное. Ребят, кстати, вот кто здесь сидите, вы так, хорошо, давайте мы сделаем по-другому, нормально, я вниз спущусь, можно к вам? Вот так. О, чтобы вы все меня видели, хорошо? Все меня видят? Все, отлично. Хорошо, ребят, сегодня пастыря выбрали одно место очень интересное, о котором будет проповедовать и Виктор Александрович позже. Это история про Иисуса Христа. И она, там ничего нету, практически нет ничего про деток. Но есть одна история в этой истории, в которой говорится о детках. Я сейчас прочитаю это место из Библии, ребята. Я попрошу вас внимательно слушать. И кто из вас заметит в этой истории историю про деток или про детку какую-то, поднимите руку, и я договорюсь с директором средней школы, чтобы он вам дал 5 поинтов. Вы знаете, о чем я говорю, да? Знаете? Кто знает, тот получит. Если вы увидите эту историю, хорошо? Поэтому внимательно слушайте, ребята, и увидите в этой истории историю про деток. И сразу вам говорю, здесь в этой истории про деток ничего не говорится, но есть история о детках в этой истории. Слушайте внимательно. Я читаю немножко в более простом переводе, чтобы было проще понимать. «Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу. Там Иисус встал, чтобы читать. Ему подали свиток пророка Исаии, Он развернул его и нашел место, где было написано: «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Иисус вернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были прикованы к нему. Он начал говорить: «Сегодня, когда вы слушали, исполнились эти слова». Писание. Все хвалили его и удивлялись силе его слов. «Но разве он не сын Иосифа?» – спрашивали они. Иисус сказал им: «Вы мне, конечно, напомните пословицу: «Врач, исцели самого себя». И скажите мне: мы слышали, что ты творил много чудес в Капернауме, сотвори же и здесь, у себя на родине, что-либо подобное. Но говорю вам истину, ни одного пророка не принимают на его родине. Уверяю вас, что во времена Ильи, когда 3,5 года не было дождя и по всей стране был ужасный голод, в Израиле было много вдов, однако Илия не был послан ни к одной из них, а лишь ко вдове в Сарепту. Много было в Израиле прокаженных во времена пророка Елисея, однако ни один из них не был очищен, кроме сирийца Неймана». Все в синагоге пришли в ярость, когда услышали это. Они вскочили, вытащили Иисуса за пределы города и привели к обрыву горы, на которой был построен город, чтобы сбросить его вниз. Но Иисус прошел сквозь толпу и ушел. Такая длинная история, ребят. Кто вспомнил или заметил? Да. Ну как, они думали, что это было Иосифа и Марии сын.
Понял, понял. То есть, как бы они думали, что Иосиф и Мария сын, что детки. Хорошо. Ну, не совсем то, что я думал, но тоже хорошее примечание, поэтому человеку 3 поинта, пожалуйста. Еще какие-то есть мысли о том, где в этой истории еще есть про деток? Все? Там, ты хочешь руку поднять? Давай, поднимай смело. Да, где там история? Они думают, что это Иосиф это папа, но они бы не правы, это Господи. Ой, какой ты молодец. Не совсем правильно, но тоже 3 поинта, потому что это правда, что это Иосиф, а не совсем Иосиф, это был Господа сын. Правильно. Молодец. Духовная мысль. Да, вот, пожалуйста, еще. Давайте еще 2 человека и все. Это было в том городе, который Иисус там вырос. Молодец. В том городе, где Иисус вырос, тоже 3 поинта, но не совсем та история, которую я хотел сказать. Кто-то из взрослых может здесь какие-то мысли? Ну, ребята, вы не вышли, извините. Дима, извини. Не считается. Хорошо, я скажу, о чем я говорю, ребята. Здесь есть история, которая... Можно я приду, ребята? Здесь есть история, о которой говорит Иисус, он вспоминает про Неймана. Помните, кто такой Нейман был? Нет? Ребят, я вас не буду долго утруждать еще одной долгой историей, не буду вам читать, я расскажу вам очень коротко, быстро эту историю, даже маленькую часть этой истории. Нейман это был полководец, это военачальник, кто руководил войсками в Сирии. Сирия в то время, они воевали с израильским народом. И вот однажды сирийские войска напали на израильский народ, и они почему нападали? Они хотели воровать у них, забирать у них там скот, животных, забирали людей в рабство. И вот у этого военачальника была одна девочка, которую забрали в плен. Помните эту историю? Кто помнит? Да, молодец. Много кто помнит, да? Ну, может быть, и стала, я не знаю, но Библия об этом не говорит. А что Библия? Да, было, но это чуть другая девочка была. Это мы не знаем, стала царица или нет. Еще помните что-то? Ребят, я вам... Помнишь? Да, расскажи. Царь выбрал, что она была царицей. А что ты будешь делать? Да, выбрал, но не этот царь, не эту царицу. Ребят, я вам расскажу эту историю. И вот у сирийского начальника, у этого военачальника была одна очень сильная болезнь. О, да. И эта болезнь называется проказа. Знаешь, что за болезнь проказа? Проказа – это когда у тебя твое тело просто гноится, у тебя вавочки, у тебя отваливается, сначала отваливается кусочек кожи, потом может палец отвалиться. Вот реально настолько сильно разлагается тело и очень-очень сильно больно. И этот военачальник, который был практически был второй в стране после царя, он сильно болел этой болезнью. И этого царя, вот этого военачальника, вернее, была вот эта девочка, которая была в плену, она была у него, написано, что слугой она была, служанка она была, но не просто служанка, она была рабыня. Кто из вас знает, кто такой раб? Кто такой раб? Ну, давайте, вот ты еще не отвечала. Это тот, кто должен служить кому? Да, тот, кто должен служить, правда, но не просто должен служить. У него нет вообще никаких прав. Ребят, раб – это тот, кто просто, это как вещь, которая принадлежит. Его могут продать, его могут ударить, его могут прогнать, его могут покормить, могут не покормить, как решат. Так вот, эта девочка была рабом у этого военачальника. Ее украли из ее дома. Кстати, ребят, знаете что, у меня вопрос. Кому из вас 8 лет? Поднимите ручку. Вот, иди ко мне. Чтобы было более понятно. Вообще, Библия не говорит, сколько лет было этой девочке, но некоторые исследователи говорят, что ей было около 8 лет. Вот так вот приблизительно. Вот такая вот была девочка, которая жила и служила у этого военачальника, была слугой. Но была интересная вещь. Во-первых, как вы думаете, эта девочка должна была любить этого своего хозяина или нет? Ну, любила она его, должна была любить или нет? Нет. Ну, должна была, правильный ответ, должна была, как верующая девочка, но у нее не было причин, чтобы его любить. Она была в рабстве,
Ее забрали из дому, ее забрали от папы, от мамы. Представляете, я забрал бы тебя из дому, от папы, от мамы, и где-то бы тебя продали бы, ты где-то там работала бы, там картошку чистила, и вообще не могла отдыхать, ничего. Я думаю, что мало причин было бы любить этого начальника. Но интересная вещь. Она поступила совсем не так, как поступило бы большинство, даже, может быть, из взрослых людей. Она сказала этому военачальнику одну вещь, которую она знала. И она сказала ему, что в Израиле живет пророк, который может исцелить его болезнь. Знаете, я верю в то, что Библия не написана Богом, как вот просто список историй. Вот Бог сидит на небе, смотрит, что вот кто-то, вот девочка хорошо поступила, думает, о, хорошая история, запишу в Библию, да? И потом смотрит, кто-то плохо поступил, о, тоже хороший пример, запишу в Библию. Но Бог так не делает. Бог пишет Библию, Он написал Библию, Он творил историю, Он создал историю. Поэтому вот эта история с девочкой, Бог хотел, чтобы она была в Библии. И вот это вот Бог дал желание этой девочке сказать Нейману про этого пророка. Почему я так объясняю вам об этом, ребята? Потому что у девочки был выбор, она могла говорить, могла не говорить этому царю своему или военачальнику, хозяину о том, что есть пророк. Как вы думаете, она боялась ему говорить или нет? Я думаю, боялась. Я скажу вам, почему я думаю, что она боялась. Во-первых, это был ее хозяин, который, как я уже сказал, она с ним вообще не имела права обычно разговаривать. Во-вторых, она была его вещью. То есть, к примеру, представьте себе, если бы эта девочка сказала военачальнику, что он может пойти исцелиться, и он бы пошел туда, он собрал с собой целый караван, они собрали с собой много, можешь присаживаться, только как-то нечестно, что ты стоишь одна. Собрал много с собой подарков, пришел и не исцелился. Приходит домой и к этой девочке говорит, ты представляешь, сколько я время потратил? Ну, по крайней мере, его могли бы сильно побить. Я думаю, что она очень сильно боялась говорить об этом, но при этом она послушалась то, что Бог хотел, чтобы она сделала. Она сказала о том, что есть такой пророк. Ребят, очень часто в нашей жизни бывают моменты, когда мы должны как-то поступить, что нас хочет Бог, но нам очень сложно, потому что мы боимся. У нас есть страх, что нас могут обидеть после этого. К примеру, расскажу вам одну такую небольшую историю. Случилось, мне рассказывали на подростковом служении. Иногда подростки балуются намного даже больше, чем вот вы. Иногда шумят, разговаривают. И однажды одна девушка молодая, она сделала замечание ребятам, говорит, ребята, пожалуйста, не шумите, не балуйтесь. И знаете, что они начали делать? Они начали с нее смеяться. Такая вот, ну, вот, как бы, что ты нам говоришь такое? Ребят, бывают такие моменты, когда вы что-то делаете и говорите, мне папа сказал так не делать. Если у вас есть какие-то плохие знакомые, и начнут с вас смеяться, скажут, слышишь, ну, папеньки, маменьки или там папины сыночек. Бывает такое? Или, к примеру, допустим, вы смотрите, что кого-то обижают в школе или, может быть, в церкви, и вы подходите и говорите им, что так нехорошо делать. Что может случиться? Может драка случиться. Да, драка может случиться. Могут вас начинать обижать. Ну, в лучшем случае просто с вас начнут смеяться, куда ты лезешь, там, куда не нужно лезть. Или, к примеру, еще какие могут быть случаи, ребят? Или, может быть, допустим, просто если вы там популярны среди своих друзей, а вы за кого-то заступились, за кого-то такого там, кто не популярный, все начнут вас тоже считать непопулярным. Может такое быть, правда? Ребят, интересное место есть в Библии, которое написано во 2 Тимофее. Очень интересное место. Там написано так, ребят, слушайте внимательно. Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Христа, будут преследуемы. А злые люди и мошенники будут лишь все глубже и глубже погрязать в обмане сами и обманывать других. Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ребята, я объясню это место еще раз. Библия говорит, что если вы хотите жить правильно, то будут такие люди, которые будут с вас смеяться. Будут такие люди, которые вас могут даже обижать. Иисус Христос пошел еще дальше. Знаете, что Христос сказал, ребят? Христос сказал, что меня обижали, меня гнали, и вас будут гнать. Он говорил, меня обижали, и вас будут обижать.
И в Нагорной проповеди он еще дальше пошел. Знаете, что он сказал в Нагорной проповеди? Он сказал, что... Прочитаем вам, ребят. «Блаженны вы», это означает, что вы такие очень сильно счастливые, «блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах, ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас». Объясню это место, ребята. Христос говорит странные слова. Он говорит, если вас обижают, он даже не сказал терпите. Ну, потерпите, потому что ну, мы верующие, нам нужно терпеть. Знаете, есть такая пословица в русском языке. Бог терпел и нам велел. Бог не велел нам терпеть. Бог сказал, радуйтесь. А почему радуйтесь? Почему? Награду получишь на небе. Мало, дай 5. 10 баллов. Ребят, надо сейчас, чтобы вы все вот тут вот сели, вот так вот, все вот тут вот. Там вам будет легче слушать. Правильно, если вас обижают за то, что вы живете правильно, как Христос учил, то вы радуйтесь этому, потому что вы награду на небе получите большую. Ребят, подводим итоги. О чем мы сегодня говорили, ребят? Первое. Нам нужна смелость для того, чтобы быть такими, какими хочет нас видеть Иисус. Нам нужно быть смелыми для этого. Бог очень сильно хочет, чтобы мы шли за Ним, но Он понимает, что будут моменты, когда нам будет страшно. Кстати, ребят, пример в Библии, когда один человек сильно испугался и не сделал то, что Бог от него хотел. Помните, это был Петр, который 3 раза отрекся от Иисуса, сказал, что я Иисуса не знаю, только потому, что он испугался очень сильно. Он испугался, что его казнят. Правильно, совершенно верно. Ребят, второе. У нас нету самих сил и смелости для того, чтобы идти за Иисусом. Представьте себе ситуацию. Кто-то там, вот 2 мальчика между собой там взрослых дерутся. Вы одеваете свой костюм супергероя, супермена, и думаете, я сейчас все решу. Прибегаете, и больше всего, что сами получите тоже. Будет драка, как сказал. Но, секундочку, не сейчас драка, не надо сейчас драться. Ребят, мы сами ничего не можем сделать, но Иисус может через нас сделать. Поэтому, ребят, когда есть какая-то ситуация, когда вы боитесь, вы понимаете, что вам нужно сделать правильно, но вы боитесь, попросите у Бога смелости и помощи, чтобы Он вам помог в этой ситуации поступить правильно. Окей? Первое. Нам нужно быть смелыми, чтобы идти за Иисусом. Второе. Нам нужно просить у Иисуса помощи, чтобы Он нам помогал. И третье. Иисус сказал, что когда нас даже и будут обижать, без Иисуса разрешения с нашей головы даже волос не упадет. Представляете, вот вы дотронулись до головы, и волос упал у вас из головы. Христос сказал, что ничего с вами не случится без моего разрешения. Поэтому, ребят, не бойтесь, потому что Христос с вами, и Он знает, что для вас лучше, и Он знает, что Он вас будет беречь. Понятно, ребят? Хорошо, ребят. Давайте мы встанем, помолимся, просим у Бога, чтобы Он нам помогал быть смелыми, идти за Ним, особенно когда нам сложно. Аминь. Иисус, спасибо Тебе большое за то, что нас любишь, благословляешь. Я благодарю Тебя за это служение, за эту возможность говорить деткам. Иисус, я прошу Тебя, да, чтобы это слово, оно действительно легло в их сердце, чтобы они были смелыми, когда идут за Тобой, Иисус. Чтобы они понимали, что Ты хочешь, чтобы мы шли за Тобой. И даже когда бывает сложно, когда бывает трудно, когда над нами, может быть, смеются или как-то к нам относятся не совсем правильно, Иисус, чтобы мы радовались, потому что мы понимаем, что... И тем самым получаем награду на небе, Иисус. Слава Тебе огромное за все. Аминь.